Мы готовились к игре, и соперник тоже, хорошая боевая игра. Ну, плей-офф есть плей-офф, одна шайба решила результат. Так что идем дальше. Да, единственное, конечно, мы не забили нападающий ни одного гола. Ну, соперник был чуть терпеливее нас, использовал момент, но, к сожалению, не смогли. Игроки как подошли к этой игре? Как плей-офф или нет? Просто атмосфера как будто супер. Ну, вам виднее, наверное. Ну, что-то, значит, не получилось.